сегодня мы продолжаем снимать видео, потому что у нас... Да, короче, просто нас... совместишь потом это. Меня. И все. Все печально стало. Даст два. 2 минуты, а... короче, еще здесь. Да, что, я уже запуск мира. Где рожки свои купишь? У меня уже идет запуск мира. Ну, так, когда я бегаю, у меня FPS стабильный. Ноль. Ну, бывает. Стабильный ноль. Меня просто волнует, как я сейчас могу стрелять, потому что у меня немножко подлагивает. Тащить я уже не смогу, Вадим. По-любому. Я не смогу убить 4 человек с блока. Кстати, за кого мы играем? За Терра или за КТ? Не помню. Ты играешь сейчас, за кого? Не знаю. Ну, у которых бомба. Терры. Так-то. Ну, значит, Терры. Ну, это же не спецназ бомбу закладывает. А я... Я чё, работаю? А нафига ему закладывать бомбу? Ну, блин. Нравится им. Делают так. Ого, пинг 200, Вадим. Пойдет. О, у тебя такие звуки, как у меня. Я 2 подряд убил. Мне кажется, мы затащим хоть вся команда лагать будет. Вадим, давай, тащи. Я поснимаю, как ты тащишь. А что, у тебя совсем лагает жестко? 40 пинг пока. Пока я никого не вижу, у меня 40. У меня пинг 40. FPS. 45. А FPS 30. А, да пинг он вообще ничего не важен. Это соединение сетка. Ой, откуда меня? Оттуда. Ясно, увидел. На смет вылышим. На, колбасник. Я его почти убил. Б5-1. Посмотрите на мое яблочко. Мое яблочко карамельное. О, мне бамбу кинули. Гоби. Го-го-го. Гоби, my friend. Ой. Я мастер ножа, я всех буду решать. Ты, кстати, о, ты фиолетовый, а я синий. Ну, вообще-то я хотел быть рыжим. Попроси поменять этим чуваком. Чувак, да, поменяемся. Вон, как раз я за рыжим стою. О, фак! Ходи мне в КД. Middle one. Чё в КД? Чё они обошли? Middle там. Middle. Двое. Я иду плантить ай. А, гони, давай. Успей заплантить, главное. Смотри. Просто за это очки дают. Да, все. Все, отлично. Все, найс. Главное, что я успел заплатить. Теперь я куплю себе сразу пряню. А если я сразу куплю, ты знаешь. Конечно, твой UMP. Их кучу грен. Теперь посмотрю на мой перфорированный волн, на который я сел. Перфорированный волн? А, перфорированный. Извиняюсь. Я всех называю для себя перфорированный. Парфюм, да, именно так. Надо... Ай, ё-моё! Воу-воу, полегче. А, да, кстати, Вадим, надо предупредить зрителей, что я буду вопить. Ты тоже предупредил. Ой, смотри, вартанчик зашел. Да пусть идет. Пойду на био. Блин, вартанчик мне закрыл всю мини-карту, вот все. А у кого плент? А, у... Блин. Я в него 2 раза только попал. Ну, чувак. Офиг. Чувак, ты как так? Вадим на би там был. Один. Он с пистолетом был. Ты знаешь, что будет? Че? Ровно 15 черт, да? У него пистолет. И... Это не он. Ну что за пиле? Вот видишь, а? Он не испугал все же. Если бы он меня не испугал, я думаю, ничего бы не случилось с ним. О, все, мне МП7 моя. Ага, мне МП7. Посмотрите. Теперь посмотрим на эту. МП7 какая она красивая. Эй. Какая красавица.
Мистер, кати-ка папа по напарнику. Совсем мальчик спять уже. Вадим! Лол! Лол? Милену убил. Ой, это девочка была. Простите меня. Ничего, будет мальчика. Так я в голову. Эй, Блэнд. Да я понял, я бегу. Даже не знаю, может быть... Всё, планти. Планти. Я крою этот, если будут подниматься. Так что я Зигу буду крыть, Я Зигу гляну. Я, ну, и миду. Вообще никого нет. Ой. Откуда? Зига, идет один по Зиге. Вон внизу. Иди отсюда! Не трай ты со мной. Плэн, спасайте. Некому? Кто? Я один остался. Все. Бомба, взрывайся. Бомба, что ты не взрываешься? Какая бомба? Голосуй, да. Почему? Не знаю, я хочу. Ты хочешь? Да, я просто хочу. Главное, что хочу. Ух ты, я куплю все по 90, у меня будет 50. А нафига? Вопрос. Ой, чё, вы все на Зику попёрлись? Не знаю. Подождите. Я бегу с вами. Я тоже хочу. А я не хочу. Да у них! Че ты ржёшь? Козёл! Вадим, это все за тебя. О, смотри, у этого чувака наклейка Virtus Pro, да? Или что это? Что это за разница? Ну, Нави у него. Yes. Ну, что делать? Он стрелял, Вадим. А у него эм. Стрелял. Он тупил. Надо, Вадим, ты не понимаешь все его тактики. Дебила? Да. О, я буду с блоком. У меня нет его оружия. Я не хочу себе покупать ТАК-9, я буду лучше с блоком. Я снимал ножик с Юли. Второй. Будешь с двумя ножками рассекать. Я буду кидать? Да. А можно мне молоточки? Выйди. Жирная жопа. О. Мое место. Иди добудь мне оружие. Тебе что, добыть? Ой! Это я остановился на свой пистолет, Вадим. Вадим, к тебе сиди прыгал. Артём! Чё, я мертвый? Смотрел он на свой пестик. Ну красивый. Ну конечно, псрём. Еще этот котейка тупой, который вообще имиться не умеет. Смотри, глушить, там запчик глушить. Лол. Ой. Лол. Рак. Двойной лол. B5-2. И B3. Надо ж было такими раками. Голуби. Вадим, почему я на первом месте, а ты на втором? Ну потому что ты на первом, я на втором. Ты должен быть на первом. Ну, так получается, что ты на первом. Так ты фидишь игру эту? Да, фижу. Ах ты фидер, у тебя репорт на тебя. Да, фижу. Нет на тебя репортов. Давай, еще все закончились. Че они не лезут? Ты куда пошел? Ты че то пошел? Черт, вартва. Ой. Это я. Это он! Бери! Нет, это не я! Ну, Тёмка! Тёмка, чё ты меня зовёшь? Yeah.
Ах, ты посмотри, ему даже сказали уже, что Тёмка. Лол. Чё, первый килл тоже? А, нет, четвёртый. Ну и всего 30 патронов. Поздравляю. Ему надо воспользоваться советом, перезаряжать оружие, снарядить свой магазин. Пыщ. Его смоляли, он там что-то отстрелился в землю и пошел дальше. Так надо, Вадим, надо испугать землю. Земля должна уважать его. Ой, я... Но земля должна проявить уважение при виде его. Давай сеем. Северный лес свой купил, блин, и подкурится, хуй. А это вообще-то не его. А, даже у кого-то своровал, блин. Лол. Сидел, смотрел там что-то. Сидел птичек, ворон ловил как бы. Ага. Не, мух считал. Сколько на Димбо летает? 3. Смотри-ка. Тебе, кстати, показываю, как я его рассматриваю? Нет. Ну и фиг с тобой. Ой! Не так. Мое! Чуть-чуть не так. А как досматривать? На F. А я на F жму, у меня что-то не работает. На F английскую? Конечно. Русских F нету. Есть. Я Mozilla, Вадим. Ой, Вадим, что-то их там много, а у меня... Я достал пистолет. Что там мраки, Вадим? И... Туннель один, два. Один, два. Слева от тебя иду. Четыре. Смотри налево. Шесть. Вдруг приду. Девять. Ой, смотри, еще как были летают. Девять. Стреляй! Стреляй, Вася! Вадим, он их испугал. Да. Он своим видом пытался, он грозный вид стал. Это стойка такая, ты не понимаешь. Посрать. Ай, ладно, я с моим глоком, смотри. Глок, ага, мне глок красный. Киньте оружие, кто-нибудь, денег нет. Всех ослепил. Я буду отсюда стоять их стрелять. Я тебе в глаз сейчас постреляю. Да я белки в глаз попадаю с в упор. Во. Я в упор зато. Ты ничтожество, видишь, я тебе помог. Спасибо. Спасибо, что ты ничтожеству помогаешь. Эй, Артём, ты за мной? Я только в глаз ноги могу попасть, ты знал? Да мне, честно, лишь бы сейчас не лагало. Оу-е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 -be. Эй, где автоматы? Слушай, я до сих пор сбегаю с глоком, Вадим. Я не нашел себе никакого оружия. Ну, как, я нашел, но я не брал. Есть его, да? А что, кстати, глок тащишь, пистолет? На глоке можно тащить просто. Пошли на глоках. Все бошки жевать. Да у меня этот есть, у меня SD есть. Я пока в стрельне. Ну да, глок уже говно. Ну, если у меня есть SG, то, конечно, было говно. А без пряней и без булочки я не могу. К тому же мне не нравится USB, мне нравится теперь только блок. Давай, вылазь. Я контр тебе, давай. Там шорт ван. Там шорты одни? Нет уже. Шорты убежали? Уже зеро. Давай, дуд. Чекер, блядь. Шорт ван там сидит. А, я случайно USB. Сзади! Ну он меня убил. Артём, сзади. А где там сзади, Вадим, ты определяйся. Сзади, пошел я назад иди. Искать. Из туннеля выходит. Глупый грот. Ничтожество, даже бот играет лучше него. Да. Я и то лучше его играл. Ты не бот, Вадим. Ты крип.
А мне да. хватает. Это все меняет. Конечно. Кстати, я заметил, я никогда не покупал пулемет себе. А надо? А кстати, где здесь пулемет вообще купить? Что-то не по. Где? В магазине. В тяжелом оружии. Заходишь в магазин, говоришь. Пулемет тебе. Не, я просто, честно говоря, впервые узнал. Я что-то тогда это не, как бы я никогда не покупал себе пулемет. Мне он нафиг не нужен. Продай мне, баба, пулемет. Че? Да. Давай. Я жду. Я готов. Вадим. Чёрт. Двоих уже сняли там. Ноль. Ну серьезно? Дай. Серьезно? Мы были правы, Вадим, он сильный. Кто? Чувак, который убил там. Он там двоих убил и потом меня убил еще. А чем ты шо? Я нечаянно, Вадим. О! Стой, или это, у тебя 6700, да? Купи мне пряню. А прянь! А как оно? Б. 4-4, да? Да. Давай, кидай ко мне. Повернись, развернись, да, кидай. Давай, ловлю. Ох, поймал. Красава. Погнали. У меня есть блок. У меня есть блок. Да, и 5-5 идем. Сейчас, короче, как всегда. Сначала идем 5-5, а потом начнем жестко всирать, и все. А знаешь почему? Потому что мы профессионалы. Почти поэтому. Не угадал. Вадим! Ой, он меня убил. Вадим сзади. Молодец. Что сзади? Да ничего. Не переживай, все нормально. Возьми у него булочку. Я тебе этого булочку. Что ты на Эй не посмотрел, а? Они все на Эй, ты не посмотрел. На ты чё, читер, а? У тебя ВХ что ли? Бывает. ВХ, а им у него. Я включаю иногда. Это просто казан. Ты когда этот смотришь на меня, я включаю. Читер. Точнее, ой. Наоборот, когда ты начинаешь смотреть на меня, я выключаю. Сейчас что-то я забыл отключить. Вадим, ты видел там вроде, не? У них на базе, или не показалось, мне может быть. У меня частенько там кажется, что там кто-то есть. Я кто-то в базе. Где он? Сзади, не? Где он был? А, кажется, он был на длине. Ну а чё он меня шмалял? Я слышал, что пули швыштели. Вадим, кстати, какой у меня скин? Какой у тебя скин? Вообще, по какому. Вадим, отойди в сторону. Крафт. У тебя, ты пом... О! Стоп, да ты этот. Это не... Я крипер. Ты Аллах Акбар этот? Или нет? О! Фу! Пи! Пи! Ван! Залетел, я даже флэ хоть не успел кинуть. Демыч, тащи. Там АВП мид. Нет, мид. Мид, залетай, АВП вырубай. Ру. Я убил бота. Да? Слышь, там на длине какая-то бойня идет. Сгоняй на длину. У кого? Бей чисто. Выиграли. Мы чемпионы. Мы чемпионы. О, у меня 3 пила, кстати. Чемпионы. Как вам еще? Мне кажется, или у нас только получается тащить на 4-х серверах? А на 5-х нет. Знаешь почему? Потому что ты на втором, ты на 3-м месте, Вадим. Понял? Не у меня получается, у тебя. Ну, я 2 раунда уже затащил. На 5-х был на 1-м месте. Хотя у меня даже сильвера нет, ты издеваешься? С тобой попробую получи. Ну, Вась, это не со мной, это с ними. Вадим, так ты тоже не особо так?
Ну я сейчас вообще сижу вот так, расслабившись. И тащу. Ой, а прострелку сделал? О, да, прострел сделал. Где? На небе, наверху! А где? А как он сдох? АВП. АВП. ТВП? Да. А, у меня плен. Да. Кто-то, короче, стреляется, да? Я ему мешать не буду? Он пока на базе. Побежал, бегать. Ну, что ты будешь делать? А, да, абсолютно тебе. Вадим, вы оба с UMP. Кстати, почему у тебя... А что это у тебя за кап... А, стой. О! Идёмыч. Я не забыл любой студию, оказывается. О, где это? Вадим, кажется, тебя сзади стреляют. Как я его не видел? Потому что ты Вадим. Вот там за ВП что-то шмальнул, потом решил с пекаршами меня убивать. Хорошо, где я сказал тебя, по-моему, сзади. Что у нас было двое? Да. Так бы я лоханулся, да. Бывает, Вадим, бывает. Все нормально, не переживай. Ты тащил, как мог. Да. Постарался. Да ё-ма, кто световуху взял? Я все время туда кидаю. Я знаю, но я что-то подумал, что ты на Зигу побежал. Шорт, ноль. Я на пиво иду. А я шорт было двое, но этот чё, как бы... Спать пошли. Я бить чекаю. Бить чисто. А, длинная тоже чисто. Бить чисто. Длина, а где он тогда? А, он у вас. Он у вас там сидит. Сейчас пока сидит. Ты вообще ничего не сделал в этом раунде, Вадим. Слышь, ты чё? Я двоих убил, Вадим. Я ничего, Вадим, я ничего не сделал в этом раунде, я спустился на четвертое место сразу. А, ты не сделал. Последний раунд половины этого раунда. Последний раунд половины этого раунда? Yes. Световуха. Давай, я в чем кину. Нафига? Да что ты за слепу там кинул? Да я в темку кину. Да какую темку, Вадим? Ну, темка. Ты что зашел какой темка? Да. Это там, где темно. Это там, где ты сейчас. Я случайно убил мальчика. Не волнуйся, так надо, Вадим. Эта игра жестокая. Вадим, сзади в двери. Он не заболели. Побежал в туннель побежал. Он в туннель зашел и смотрит на дверь. Дальше не знаю. На какую дверь? Слева, грот. Какую дверь, Артём? Справа тебе, да. У-у-у! С учетом того, что я вам полил все это, вы молодцы. Зачем? Вадим, мы реально выиграем этот раунд? Я не загадываю. Я говорю, может быть. Ну ладно, ладно. Смотри, что у меня есть. У меня есть USP. USP Tactical. Tactical? Я понял, Вадим, я понял, кто я. Я только сейчас осознал, кто я. Я киллер. Не думаю. Да, я киллер. Как Хитман? Нет, я не Хитман. Хитман не умел бегать. Да? Я нечаянно убил человека. О, да за тобой сейчас выйду. Да? Я звоню 03. Не надо, пожалуйста. Потом 02. Прошу тебя, не надо. На эй, трое идут. Потом вообще возможно. Вадим, на шот, Зига. Да я его видел. Так и шо ты пошел-то, а не в ту сторону? А, это Зига, нет? Они такие модные все, это нас мод. Прыгай. Блин, я мазила. Что? А где еще один? Не знаю. Читер! Найс. Вадим, он читер.
Я уверен. Я верю в то, что он читер. Походу. Ты посмотри, как он разминирует. Стоп. В этом раунде вы заработали достижение. Продвижение. О, пусть голосует. Так ты достижение или продвижение заработал? Достижение, которое называется продвижение. Смотри, что у меня есть, Вадим. СТМП-7. Кстати, сколько пулемет стоит? 3 рубля 47 копеек. Ну это если скин на пулемет, а так. Да, не помню. Я это, через... Чё у нас? Все туннель бросили, Вадим. Вы что, издеваетесь? Ладно, в туннель все равно никого. Вот этот гости пришли к нам. Во, в туннель, Вадим. Сиди здесь. Ёбай! Спаун! А, двое! Двое на спауне. Ём! Ай! Мидл. Как ты так? Ничего, что я хп бы не сделал. Как? Он ничего бы не сделал? Он что, смеется надо мной? Да, он над нами смеялся только что. Вадим, сколько у тебя денег? Ты не денег, ладно. Потому что ты все виноват. Это не я. Это ты. Не я. Это ты. Нет. Скорее всего, вот он, вини его, фана этого. Так, потому что ты побежал в свою эту фигню. Я тебе говорю, сиди в паузе. Так мы всегда с тобой пошли, как всегда. Ну, я бегаю по нашей старой тактике, а ты нарушаешь. Я обратно побежал, а ты что, должен был за мной бежать обратно? Нафига? У нас же с тобой есть тактика. Ну, с тобой старая, проверенная, так. Ох, ё-моё! Вадим, сзади, сейчас к нам зайдут. Он перезарядился, зайдет сзади в туннель. Наби один. Да? Скачайте его. О, там их двое, да? Один. Я видел. Я видел его локоток. Локоть? Локоток. Читер, что? Читер, ВХ, АИМ. Калаш надо? Да потом отдашь. Кидай там калаш. Ой! Я пистолет случайно выбрать. Да нафига он тебе нужен, Вадим? Я пихолет мой. Пихолет мой, верните. Пихолет? О, кстати, я куплю себе UMP, все будет. Да, у меня есть пихолет. UMP. Чё ты там всё стреляешь? Случайно. Кстати, он может стрелять только звуками UMP? Нет, он может стрелять звуками... А может стрелять КВП? Да. А он вроде всеми звуками стреляет. На что? Зависит от того... На Зигу один бежит. А где Зига? А что такое Зига? Блин, нам... А чё ты? А! Я обосрался. Пора пойти к одному. Я иду к тебе, Вадим, не переживай. Да, думаешь? Никуда не тороплю. У тебя дефьюзка есть, Вась? Разминируй давай. Давай. Я не успел. Дефьюзки нет. Дефьюзка была, я бы ее точно разминировал. А что ты ее не блин, купил, а у меня да? была, но я далеко был. Ну, бывает. Теперь да. куплю. Вадим, я тоже все купил. Как лоханулись решили. Сразу у всех дефьюзки, да? Ага. Я понял всю суть этого грота. Он хочет просто разминировать постоянно. А я в этом спорю. Я буду пыщ. Ой, там чей коктейль молотова. Моль, я решил поджарить этих куриц. Мне нравятся жареные курицы. Окей, я на мид. Ну мид, Вася. Ты у нас не медовый. Я соло мид пойду. Сой! Сой! Ой, я его не заметил.
Там двое? Как интересно. Oh, fuck! Он будет, чё, чё? Убьёшь. Вот он убьёшь. Невероятно. 5 рублей, Лев, в подарок. Слышь, знаешь что? Давай дерзко, резко на Зигу пойдем. Давай. Я смотри, что у меня. 5-7. Да? Да, я за одним пистолетом буду. Мне нужна булочка, Вадим, я хочу булочку. Пайс Фэмэном своим. Мэй Фэвэн. Пайс Фэвэн? Пайс Фэвэн. Иди там, Пайс Фэвэн. А? Фэвэн, не лезь. Иди первый, там тут, там есть. Ай, Вадим, я за тобой ничего не вижу. Кусок. Чё мне, я тебя это экс выстрелил один раз, пытаясь тебя спасти. Вообще, я ещё и виноват. Да. Меня за своего файфэбана тут. Не, ну надо же так, такому случиться, а? Сидел там главное. А ты вообще не сидел, бегал где-то. Пытался за тобой прострел сделать, Вадим. Что ты за человек такой, а? Но. Да мы выиграли. Не всё. Завидуй. Я гарантирую, мы выиграли. Не завидуй. Это все я, это все я, потому что, Вадим. Посмотри, видишь? Посмотри на мой счет, а? 15-4-17. Да нище ты. Потому мы и выиграли. Что я не тащил. 4-13. Я все понял. Да иди. Я, короче, больше не буду тащить. Все, я больше не буду стараться. Да, думаешь? Да. Все, пошли вот сюда. Если так, то я любаю. Вадим, там трое, не лезь. Ты их посчитал? Это все из-за тебя. Ты сказал, не будешь тащить. Вот, вот оно и случилось. Ну? Зараза ты такой. Откуда они знали, что он там? Они читеры. Фу, читеры. Это чудо, что я хотя бы двоих убил. Он сказал, скажите спасибо, что вы хотя бы двоих убил. Не, не стал, не стал. Есть. Нафига ему SG? Или это АВП? Это мини AVP. Так, все-таки это SSG, да? Это мини AVP. Это мушка. Хрюшка. Мушка, хрюшка, мухало. Флэш брэнг. Флэш брэнг. Ой. Вадим, мне хэдшот дали с одного выстрела. Двое, эй, вышли из зиги. Так это у него SSG. Кстати, красиво у него SSG. SSG. У меня такой же SSG. Что, все, ты всех слил? Ах ты сливака. Слил он всех. Нафига ты всех слил? Он так же неинтересно, когда ты всех слил. Засейвил SSG. Еще и там нахуй. Я хочу себе купить. О, булочка. У меня булочка, Вадим. Ну, а последний раунд он себе булку свою купил. Как за? Объясни. Как так получилось? Потому что это последний раунд. Да? Да. Вы накопили все же. Бегу на Зигу. Зига, Зига, Мэн. Мидл, Тёма, давай! Помогай!
Найс. Я двоих отвлек, короче. Там третий где-то убежал от меня, зараза такой. Где, чё? Наби, Вадим. А чё ты не можешь? Ой, Вадим, за ящиком слева, сзади! Привет. Привет, ты сел на него, Вадим. Ты его убил вообще? Где? Там дефьюз, уже никого не осталось. Ой, Невероятно, Вадим, четвертая выигранная катка. Да, четвертая. У меня лишь. А у меня 20-я выигранная катка. И то, сколько я срал. Вадим, а что у него? Ты единственный здесь сильвер был? А, не, вон. Нет, чё, вон. Четвертый он сильвера. Смотри, 24, 5, 14. Да у меня аж такого счета никогда больше не будет. Заскрин, Вадим. И заскринил. Это счет. Молодец. Если всегда такой счет. Посмотри, у них там даже кружочки какие-то были. Ладно, что ж, на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, вам понравилась наша истерика. Ну, моя. С домой. Все, надеемся, будете еще смотреть наше видео, мы будем еще выкладывать. Мы будем надеяться, что мы еще будем выигрывать. Ну, вот Вадим, это. Ну это надежда большая нужна. Ладно, что ж. Всем хорошего настроения.